В связи с коронавирусной инфекцией Федеральная налоговая служба России рекомендует гражданам посещать инспекцию только по неотложным вопросам. Взаимодействие с налоговыми органами возможно производить дистанционно, пользуясь электронными сервисами на официальном сайте ФНС России налог.ру. Также вы можете обратиться в налоговые органы через портал госуслуг или по телефону единого контакт-центра ФНС России 8 800 222 22 22. Звонок бесплатный. Позвонить можно по телефонам, указанным на сайте ФНС России в разделе «Контакты». В целях предупреждения распространения инфекции усилены профилактические меры по защите жителей и введен особый режим работы оперзалов. Залы для приема налогоплательщиков не реже одного раза в 2 часа будут закрываться на технические перерывы для проветривания помещений и дезинфекции поверхностей. Просим с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым Федеральной налоговой службой.